Напомним, что 2015 год указом президента Владимира Путина объявлен годом литературы. В России в этом году планируется провести масштабные интересные мероприятия, среди которых Международный писательский форум «Литературная Евразия», «Библионочь», проекты «Книги в больнице» и «Лето с книгой», многие другие. В них обязательно примут участие учреждения культуры Анапы. Кстати, победителем ежегодного городского конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» в 2014 году в номинации «За преданность профессии» стала заслуженный работник культуры Кубани с 50-летним стажем, директор Центральной библиотеки Галина Михайловна Павлова. Уважаемые коллеги, ветераны библиотечного дела, библиотечные сотрудники, работники культуры, я поздравляю вас всех с праздником от лица библиотечных работников. Желаю вам хорошего, крепкого здоровья, хорошего настроения, творческих успехов и мирного неба.